Проявлять искренний интерес к тому, что делаешь – его главная формула успеха. Скульптор Юрий Малыгин после окончания художественного училища попал на завод по производству керамических изделий. Процесс показался интересным, и увлечение керамикой стало делом жизни. Вот уже более 30 лет автор создает необычные композиции из глины. В работе предпочитает совмещать гончарную лепку с ручной. Часто использует японскую технику газового обжига раку. Он выполняется на открытом воздухе. То есть в условиях мастерской его сделать невозможно. Все тут все ручная работа, и очень важно, когда руки вместе с головой, так сказать, работают одновременно. В Самарском областном художественном музее открылась юбилейная выставка автора «Когда владеют формой руки». Герои его творчества – мужчины и женщины. Каждый персонаж наполнен эмоциями. Все они любят, заботятся, радуются или печалятся. Во многих персонажах, хотя их нельзя так, собственно, идентифицировать с кем-то, я вижу своих знакомых, понимаю, что именно они так могут повести себя. Либо спрятаться в футляр, либо сесть на велосипед и путешествовать по этому миру. Эта выставка и для детей, и для взрослых. Она полна любви, радости, надежд, как, собственно, и сам Юра, который всегда излучает тепло и свет. Насыщенный цвет, обилие деталей, необычная форма. Работы автора можно изучать часами, и каждое изделие уникально по-своему. Эта выставка не просто поднимает настроение, а именно заставляет задуматься о чувствах, об эмоциях, о жизни, может быть, даже где-то о чести. Потому что, если посмотреть, допустим, на какие-то вот работы как прощение, то есть здесь понятно, да, то есть тут можно даже заплакать. Всего в выставочном зале представлено 40 работ художника. Познакомиться с ними можно до 28 мая. Просто сплошной интеллектуальный какой-то порыв, жажда видеть и делать, и собираться. Я просто очарована. Виват Самара. Светлана Кудрявцева, Ксения Баканова, Николай Сидоров. События.